Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Делюзудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Вот хочу показать свои томатики, которые у меня в открытом грунте, вот под такой закрывашкой, мы ее называем тоннель. И хочу показать, которые томатики стали уже зреть на улице, то есть в открытом грунте. Это такие томаты, как снегирь. Снегирь, вот я его сейчас вот прям даже оторву. Вот так вот. Ну, знаете, грамм, наверное, 150 будет. Мы, конечно, посмотрим, что за снегирь. Вот. И там вот второй кустик. Вот мне так неудобно показать. И там второй кустик. И тоже там помидорка красная. И другая начинает желтеть. И вот такие вот еще томатики, как облепиха сладкая. Это гибрид. Это гибрид. И вот здесь вот тоже они. Я отрываю. И вот такие вот томатики. Сейчас мы их, конечно, попробуем. Что они за томатики. Желтенькие такие, правда, что как цвет облепихи. Вот. У меня, конечно, их два кустика. Там вот тоже начинает спеть. Но они еще там не очень такие яркие. Поэтому пока мы только эти сорвем. И сейчас мы сейчас их взвешаем и продегустируем. Больше, конечно, у меня в открытом грунте еще ничего не спеет. Но посмотрим сейчас снегирь не гибридный и облепиху сладкую. Вот я еще забыла сказать, что снегирь вот такой малооблиственный. Ну, вы уже, конечно, это видите. Совсем я его ничего не обрывала сильно-то, ничего не делала. И вот он такой малооблиственный. Ну, помидорок здесь 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 12 штук насчитала, потому что я еще сорвала отсюда. И вот еще здесь спеет. В общем, он такой низкорослый и мало-малооблиственный. Ну, для раннего потребления он довольно годится. Ну, вот так вот. Кладем ее на весы и смотрим. 131 грамм. Ну-ка, вторая потоматинка. Сколько будет у нас вешать? 114 грамм. Вот теперь мы разрежем их и посмотрим. Ну вот, разрезала я поперек. Вот здесь 4 камеры, довольно семена крупные. Ну, помидорки, конечно, я поторопилась. Они не очень, я вижу, спелые. Вот это вот поспелепа вдоль ее разрезала. Сейчас мы продегустируем. Ну вот, сейчас я возьму на вилочку и скушаю. Ну, знаете, вкус вот для первых помидор нормальный. Если, знаете, пробуешь, допустим, монгольский карлик, вот кислятина невозможно. Этот приятный вкус и не кислый. Сладости тоже маловато, но неплохой. А теперь вот мы и эту облепиху сладкую. Так вот. Значит, так, облепиха сладкая у нас 45 грамм. Ну-ка, вторая. Ну и вторая 48 грамм. Так, сейчас мы их тоже попробуем и скажем. Так, ну и вот в разрезе они. Значит, здесь вот эти вот разрезаны повдоль. А вот эти поперек, семенные камеры видно. По-моему, здесь что-то я даже и не пойму, сколько камер. 2, что ли, всего. Ну, сейчас мы попробуем. Ну, вот. Я отрезала кусочек. И попробую. Да. Это
томатик более насыщенный, знаете, больше кислинки, но она не мешает. Даже вкусно. Кисло-сладенький такой у нас присутствует, кислинка довольно так немаленькая. Ну, я вообще кислый не люблю, а этот мне понравился. Стоит его сажать, во-первых, рано спеет, на улице, в открытом грунте. Поэтому, если еще пораньше посадить, я вообще-то их сажала 12 марта, по-моему. А если посадить 1 марта, то вполне можно наслаждаться ранними помидорками. До свидания, с вами была Наталья Гильзудинова.